В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня трудно представить жизнь без стабильной круглосуточной работы этих сфер. Тему продолжат Тина Копачевская и Георгий Калинин. Повседневный труд работников ЖКХ делают жизнь людей проще и комфортнее, влияют на качество жизни населения, создают хорошее настроение, решают важные социальные задачи. Всего в нашем районе в ЖКХ работают 12 предприятий, на которых трудятся порядка 1000 человек. Благодаря сотрудникам этой отрасли в наших домах всегда есть вода, газ, тепло и свет. Радуют глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Виктор Мирешко работает мастером-специалистом по благоустройству общественно-социального центра уже 3 года. Свое дело считает одним из самых ответственных. Ведь благодаря трудолюбию и слаженной работе коллектива город преображается, становится уютнее. Ну, мы занимаемся вот остановочка, например, или заездные карманы, ставим бордюры, ремонт тротуарной плитки, укладка плитки, ливнестоки, перебиваем трассу через дорогу, где меняем трубопроводы. Ну и также вот ремонт памятников или всего. Короче, благоустраиваем город. Свою работу сложной Виктор не считает. Единственное, что иногда создает трудности – погодные условия. Но это все мелочи, признается Виктор Мирешко. Главное – видеть результат своего труда. Смотришь, вот место было серое, голое, тут сейчас бордюрчики. Ну как, город меняется на глазах, можно сказать. В честь профессионального праздника в городском доме культуры для представителей сферы бытового обслуживания и ЖКХ прошло торжественное мероприятие. Поздравить работников этих сфер пришли представители районной и городской власти. Лучшие работники получили почетные грамоты и памятные подарки. Тина Копачевская, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События».